Привет, канал «Разговор с Богом». Как и обещал, вам вот пришла посылочка с Китая. Сегодня распакую, покажу вам, что здесь приобретено. Посмотрим вместе, что приобрели мы. Так, в общем-то, я начинаю распаковывать. Я еще толком, конечно, я догадываюсь, но именно что пришло открывать. Кстати, да, ребят, сегодня еще попробую использовать у нас. Так. Вот, ребят, вы, наверное, догадались уже, что тут находится в этой коробочке. Так, что же тут есть? Это держатель. Смотрим дальше. Ух ты, да. Действительно, ребят, это мы убираем пока что. Там Bluetooth кнопочка. Ага. Теперь можно фотографировать. Издали, в принципе, да. Это классная вещь. Держатель. Так. А что в самом футляре? Естественно. Проверим. Кстати, ребят, я вот заказал с Китая 3 вещи. Но еще пока 2 не дошли. Но то, что за место того, чтобы приходить по месяцу или 40 дней, или там 2 месяца, мне пришло вот это за буквально 8 дней, потому что ускоренный темп. Это штатив, ребята, штатив. Теперь, ну, я не знаю, насколько он хорош. Посмотрим дерево. Один штатив у меня уже есть. Тут даже, в принципе, есть на это. Не то, что ожидал увидеть, но, в принципе, не знаю, но слабенькие вот эти могут отвалиться. В общем-то, сами держателем вот этих ножик. И насколько он выдвигается, сейчас проверим. Мне главное, выдвигается, в принципе. Так-то выдвигается неплохо, но вот это они что-то не очень сделали. Ребят, вон теперь смотри, какая длинная штука. Просто. Так, а тут что-то еще получается. Так, а бумажка есть вообще? Что тут есть? Тут ничего нет. И тут ничего нет. Ну, вот, с этим штативом, я думаю, будем пробовать снимать съемки. Все получится интересно. Так, пока нам посмотрим, для чего все это делается, придется разбираться самому. Нет, так, это понятно. Тут ставим. Так.
Тут можно выход сюда. Да, получается. В принципе, да, вот он, ребят. Сюда получается приключился вот этот держатель сам. А, он может по-разному. Да, и так можно пристегнуть. Плюс еще получается здесь. Вот, вот это. Тут сюда, да. Еще дополнительно. Если есть такие вещи. У меня как раз, наверное, экшн камеры, которую изначально показывал, есть. В общем-то, такие вещи. Я просто посмотрел вдруг. Тут не видно, в принципе, тут весь обзор виден, да, ребят. Ну, в принципе, мне понравилась такая вещь. Экшн камера, можно телефон повесить. Я вот не знаю, конечно. А, вот, смотрите. Она еще удивляется, оказывается. Значит, все идеально. Потому что здесь, ну, правда, единственное, что тут похоже, пружина может тоже поломаться. Но посмотрим, что из этого выйдет. Сегодня я сниму с этого штатива видео и проверим, насколько он хорош. Будем снимать, значит, с моей камеры, с телефона, плюс экшн камера. И возможно будет отдельный фотоаппарат. Старенький, но он выручает меня все время. Поэтому да. А вот эта вещь, конечно, тоже пригодится в дальнейшем, когда я буду ездить в поездки, чтобы мне не сложно было переключить и с помощью кнопки нажимать фотографии. Да, тут даже написано камера 360. И, в принципе, любой фотоаппарат, который поддерживает Bluetooth. Так, наверняка тут, конечно, батарейки есть. Да. Да, тут есть круглая батарейка. Вот. Но это не страшно. Думаю, хватает на долгое время. Ну, ребят. В общем-то, тут еще на штативе можно вытаскивать, увеличить вышину. Сейчас я покажу. Это я уже телефон со штатива одного снял. Святом. Так, это я не ту кручу. Это надо было крутить, да, в середину крутить, кручу, верчу, смотрите, в принципе, вышина зашибательская. Так, вот здесь получается я телефон
Или там, ну, если эта подставка это для телефона, а другая там просто можно фотоаппарат, если там есть возможность присоединить, либо камера экшен. Так, ну вот, в общем-то, вот этот, если покрутить рычажок. То можно поворачивать таким же образом. Он же дает возможность нам регулировать наклон. Пока не воспользовался экшн-камерой, поэтому неудобно рукой крутить, на другой. Потом, конечно, это будем пользоваться. Но, в принципе, остальное я показал, как двигается. Но вот такой, в общем-то, штатив, который будет мне помогать в дальнейшем. В дальнейшем будет покупаться еще оборудование, потому что я собираюсь делать поездки. Поэтому, думаю, еще будет прибавляться, прибавляться новое оборудование. Я буду показывать вам, что я приобрел. И мне еще заинтересовало некоторые парочка, может быть, даже больше оборудования. Посмотрим, сколько оно будет стоить. В дальнейшем оно, конечно, приобретется в любом случае. Но этого оборудования не у одних блогеров не будет. Ну, возможно, у кого-то и будет, но они не используют его. Кому нравится мое видео, подписывайтесь. Точнее, ставьте лайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Новые. Я буду свои старые рубрики поддерживать. Обновлять новые видео. В скором времени будет еще множество вот идей пришло в голову, и поэтому я буду делать это видео. Ну, как идеи. То, что я умею делать, я вам буду помогать. Так, а кто вот еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, вы сосмотрите это видео. Всем удачи!